Вы укрепили голеностоп. Жесткий голеностоп – это напряженная стопа, которая не работает. Как ее сделать? Да? Вы же прыгаете вперед, да? Чтобы ноги не опускались, чтобы заставить быть жестким, чтобы не опускались пятки, носки, да? В момент, когда вы подпрыгиваете, тут же могу назад сделать, да? А могу ударить, да, движение? Правильно? Посмотри. Вперед, движение могу. Посмотрите, вытолкнул себя носками, да? Да? Вот это упражнение, которое делают все, но вы его будете делать немножко по-другому. А именно, посмотрите на меня. Дай гантели. Зайди с этой стороны, сюда иди. С этой стороны зайдите. Вы посмотрите, что вы делаете. Вот это так называемая разножка, на самом деле это не разножка, это выпрыгивание. Время! Это выпрыгивание с ударами, это выталкивание. Я какой ногой толкаюсь вверх, той рукой и бью. Посмотрите внимательно. Видите, я сразу первым же касанием у меня идет толчок. Стараюсь не опуститься сюда, стараюсь не согнуть колено. Конечно, оно будет немножко амортизировать. Но у вас оно должно быть напряженно. Первое же касание и в воздухе, посмотрите мои руки. Не останавливаю, а выталкиваю, выкидываю кулак. Раз, раз. Это фактически то же самое, что вы на одной ноге выпрыгнули, но еще сильнее. Понятно это? Будете делать, давайте не по минуте, а раунд будете делать по 30 секунд. Ясно? 30 секунд, 30 секунд. Эти гантели поменяй, это килограмм, не килограмм. Нет. Пожали руки. Вот он. Давай. Не опускать ногу, старайся выше, смотри, не назад, чтобы нога шла, ближе к скамейке, ближе. Вот, чтобы ты над скамейкой висел, чтобы над скамейкой. Встань здесь ближе, смотри на себя вверх. Почему ты останавливаешься? Давай, давай. Мишаня, нет, Миш. Да, ребят, смотрите, вы опять мне делаете немножко не то. Вы ногой толкаетесь, которая здесь, а надо, которая внизу. Хорошо, давайте по-другому. Повернули, встали перед зеркалом, встали. Подпрыгиваете на левой ноге, да, смотрите. И по моему сигналу делаете сильный, резкий удар. Назар, скажи раз. А скажи раз, раз. Да, да. Все понятно? Поехали на левой ноге. Выпрямите ногу, на носке выше, плечи висят. Раз. Раз, раз. Опа. Видишь, как рука у тебя опережает? Не торопись рукой, выпрыгни. Правую ногу правее, шире ноги. Зара, кулак крути, сжать кулаки. Раз. Раз. Раз, раз, раз. Миш, а ты опять тебя вот сюда назад тянет. Вот он здесь. Выпрями. На правую ногу поменяли ногу. На носке, выше на носке. Висят плечи. Висят руки. Раз. Выпрямлять колено. Раз. Раз, раз. Видишь, назад я потянула. Подожди. Ты опять, смотри, вот. Встань выше на носке. Выше на носке. Встань выше. Вот. Вот, вот на таком носке надо быть. Понятно? Вот на таком, на голеностопе. Выпрями колено, вставай на одном носке. Вот, опусти плечи вниз. Вот твоя группировка, вот висят плечи. Вот к этому стремиться. Конечно, так не будешь всю жизнь, но все равно. Раз. Вот, вот туда, длиннее. Раз. Рана, рука, рана. Так, прям втолкнуться речи, прям наклониться вперед. Раз. Раз, раз. Выше на носке, прямая нога. Поменяли ногу. Быстрее. Раз. Рано, Миша, рука. Вытолкнуться, резче. Сильнее толкнуться, выше. Разведи кулаки, Эмир. Висят руки свободно. Свободно руки висят. Вот, плечи висят. Раз. Рано, рано, Эмир. Видишь, рука вот здесь была. А я выпрыгну и потом ударю. Придержи прям, с кулаком вылетай, отдохни. Раз. Вот, 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 не поднимая причем, просто кулак вперед. Раз. Почему вниз? Почему вниз? Время. Еще раз сейчас будете делать. Все понятно? Даже вот, смотри, я голеностоп качаю. Прямыми, не опускай пятки. Во.
не опускать пятки, не сгибать колени. Вот, ищите, чтобы плечи висели над носками. Ну, давайте со скамеечкой еще раз пробуем. Давай. Ноги на ширине плеч. Ближе к скамейке, ребята, ближе, ближе, ближе. Вот этой ногой толкайся, пошел. Вот, и сразу, сразу, без паузы, сразу. Какой ногой толкаешься? Которая на полу, вот эта рука бьет, шире ноги. Вот и мир, уже лучше. Выпрямляй колено, вверх. Рано, Миша, выпрыгивай, выше выпрыгивай. Во. Ближе к скамейке, ногой, которая на полу, толкайся, Мишаня, молодец. Давай, 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 сразу, раз, раз. Сразу, без паузы, во. Над скамейкой. Миша, кулак выкидывай. Ну-ка, дай. Давай без гантели, жал кулаки, бей. Длиннее. Шире ноги, ноги ширина плеч, Миша. Ближе к скамейке, ближе, чтобы не вперед, а ближе к скамейке, Эмир. Чтобы на скамейке выпрыгивать, чтобы ноги у тебя не вот это ты делал, а вот здесь ты выпрыгивал, вот, вверх толкался. Выпрыгивай вверх, в воздухе меняй много. Вот, выше, выше, Эмир, вот это надо, молодец. Смена. Выше, 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 выше. Кулак туда, Миша, кулак, длиннее, выкидывай, не останавливай руку. Выкидывай руку. Миша, вот так делаешь. Расставь кулаки, отдохните. Отдохните, ладно, молодцы. Понятно, что делали, а? Вы мне вот этот голеностоп прокачиваете. Это ваша резкость, это ваша скорость, ясно? Не, можно и на полной стопе ходить. Хожу, хожу на полной, да? Резко держи, не вот это резкое, а нога, нога жесткая туда. Или ходил, 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 качнул, та-та. О, голеностоп – это резкая смена направления, это резкое сокращение либо увеличение дистанции. Слабый, мягкий голеностоп, вот такой болтается, вот и вас болтает, ясно? Не держит ноги ваше тело. Доходчиво? А? Еще раз, встали сюда на край. Пошли, залезли на край, сейчас прокачаете мне, да? На пол стопы, помните, как делали? А? Ноги на пол стопы. Вот, шире ноги. Не-не, сейчас не так будете делать. Вот. Я сказал, чуть вперед зайди. Не торопись, сейчас не так будешь делать. Шире. Время! Смотрите. Вы сейчас будете, опусти руки ниже. Опусти сюда. Вот. Вы сейчас будете взрывами делать по три движения. Раз, раз, раз. Ясно? Колени прямые. Погнали. Нет, Эмир, вставать. Вот хорошо, но вставать. Вот он, ты встать должен. Не выпрямляя спину. И опуская пятки, колени прямые. Погнали. Пауза вверху, не внизу. Пошли. Больше вставай, больше. Вот ты. Видишь, назад тянет опять. Давай. Вот, прямые колени. Давай. Прыгиваете. И сразу же первым касанием вы выпрыгиваете с ударом. Прям вот вытолкнуть себя. Понятно? Поехали. Да, да, сильнее толкнуться. Смена, быстрее. Прямые ноги, не сгибайте колени. Шире ноги, Миша. Во. Смена. Быстрее, быстрее. Давай, давай, два, три удара пробить. Торопишься, Эмир, рукой. Торопишься. Если рука у тебя, вот еще раз говорю. Вот ты раз и рука. Пошла, если рука. Выпрыгни. Потом ударь. Вот, смотри. Опять. Смотрите, вы когда вот сюда падаете, ребят, у вас плечи падают. Плечи упасть должны. Да. Сброс такой, да. Шире руки. Смена! Давай, давай, заходи. Во!
Сейчас удобно было, Миш? Давай. Опять. Просто вперед, длиннее. Видишь? Забудь ты о плече, Эмильчик. Не надо плечей думать. Ты просто бьешь кулаком. Плечо само сработает. Понимаешь? А ты начинаешь плечо. Кто так делает? Длиннее кулак. Сильнее выпрыгни. Вон, Мишаня. Да, прям. Сразу, падая, толкаетесь. Длиннее еще. Давай, Мишаня. Не должно вперед нести. Во! Узко, видишь, руки? Висят кулаки. Не сводите, разведите. Во, Миша, уже хорошо. Да, Эмир. Пусть руки висят. Смена! Быстрее! Два удара на скальп. Смотрите. Там сразу же. Шире ноги. Прямые колени. Старайтесь, будут амортизации, но старайтесь колени прямые, быстрее. Ноги следуют, еще один подскок. Шире руки разведи. Подними голову, давай еще раз, Эмир. Залез. Вот это надо, дорогой, во! А не вот тут, не вот это двигай, а дан сюда, выпрыгивай. Давай быстрее. Но он вот где жопа? Ага, и таз прогнул. Давай, спрыгивай. Через руку мою, вниз ударь. Смена! Время точнее. Да. Время, ладно, молодцы мальчик. Эмир, опять, вот видишь, вот это движение. А надо вот прямыми коленями. Вот ты как голеностоп прокачивал, да? Как ты стал? Во. Вот, видишь, вставай на носки. Опусти кулаки. Смотри, вот ты устоять можешь, видишь? Плечи, когда висят над носками, да? Вот так ты и должен выпрыгнуть. Во, Мишаня, да. Сейчас понравилось? Миш, Эмир, через руку прям, не бойся, пускай. Во! Во, Миш, не поднимай, Эмир, плечо. Ты выпрыгиваешь вверх, но вверх не надо плечами. Вверх это только ноги. Толкаешься вверх, а кулак вперед. Не поднимай плечо, забудь. Во! Кулаки вот отсюда. Выпрями колени. Выпрямляй колени. Рано рукой. Ну-ка, вперед три движения. Раз, вперед. Вперед. Где три? Видишь, не смог вперед сделать. Я говорю, выпрямляй колени. Выпрямляй колени. Видишь, смотри, ты не можешь выпрямить колени, Эмир, дорогой. Не потому, что ты не стараешься или еще что-то. Ты молодец. А, ребят, все, на мешок, пошли раунд, молодцы. Пожали руки, сказали спасибо. Ну-ка покажи, посмотри на него. Да, то же самое. Шире ноги. Видишь, то же самое. У вас у обоих, смотрите, ребят, вы торопитесь рукой сделать движение. Поэтому колени не выпрямляются. Вы вот это то, что сейчас сделали, предлагаю вам. Вы, смотри, что я выпрыгиваю, Эмир, смотри. И потом ударю. То есть я как бы начинаю падать и бью. Придержи кулак. Да. Вот, длиннее. Через мою руку. Наклонись прям плечом через мою руку. Вот, молодец. Длиннее, через руку. Перепрыгни ногами прям. А, нет, улад, да. Вот туда. Ну-ка, обеими руками. Вот, посмотри. Прям. Во, прямые выпрями колени, дорогой. Во! Да. Ладно, молодцы, все. Устали? А? Скамейку на место. Все, молодцы, поехали. Тут все опять, это наработка всего одного и того же. Наработка ноги, руки, алгоритма выдачи от ноги, алгоритма неопережения рукой. Не опережение локтя, плеча. Вот ребята это сегодня пытались нарабатывать. Плюс, конечно, голеностоп. Все, всех обнимаю.